Среди участников моего телеграм-канала Акстар через неделю я разыграю гитару Батон Руж. Ссылка в описании. Всем привет, это канал Акстар. И за 2021-2022 год вышло много классных видео на канале. И некоторые из них набрали более 5 миллионов просмотров. И это просто бешеные цифры. И мы с моей командой отобрали 5 лучших реакций. И сегодня, как я говорил, мне нужна ваша помощь. Для одного очень важного дела мне нужно выбрать самую крутую реакцию на канале. В общем, участнику лучшей реакции я хочу подарить гитару. И поэтому я хочу вас попросить посмотреть все сегодняшние реакции, выбрать одну или две из них и написать в комментарии, почему и за что вы выбрали именно эту реакцию. Ну а вас сегодня ждет офигенный контент, потому что что может быть лучше, чем самые крутые реакции за 2 года в одном видео? Некоторые из них вы не видели, некоторые из них круто посмотреть во второй раз. Вот, обязательно напиши комментарий, выбери реакцию и также поставь лайк. Для меня это очень важно и для продвижения этого видео и канала в целом, а для вас 1 секунда. Все, приятного просмотра. Кстати, я наконец открываю набор на 2-й курс по фингерстайлу, поэтому если хочешь научиться играть на гитаре, офигенно вжаривать, подробности после первой реакции. Все, погнали. 5-е место. Марина. Угу. Знаете, да, я сейчас набираю в свою школу, как мне хочется верить, самых лучших педагогов. Угу. И сейчас мы набрали классы по фортепиано, набрали по скрипке и ищем человека, который мог бы наших детей, не только детей, у нас как бы школа, она ориентирована и на детский возраст, и на взрослый. При этом был профессионал, это можете о себе рассказать? Закончил музыкальную школу и музыкальное училище. То есть в музыкальном училище нас учили быть педагогами, как правильно как раз находить общий язык с детьми. Помимо того, вот ваш какой-то личный опыт позволяет быть педагогом? Я учил играть на гитаре несколько своих друзей. В целом получалось неплохо. Угу. Зажать мизинцем средним. Матерь Божья! О боже! Просто немножечко нервничаю. Такое бывает. Могу сейчас в целом продемонстрировать свой гитарный уровень. Давайте, да, посмотрим. Можно что-то из основ, чтобы вот... То есть многие дети обрадуются вот играть, ну, что-то такое... Прикольно. Ну, прикольно. Хорошо, я... И так. Знаете, я думаю, что давайте мы с вами вот так вот сделаем. Я завтра смогу вам как-то позвонить и как-то дать ответ. А, ну вот еще, например, романс Гомеса для детей тоже. А все с него начинают. Ну, то есть она дальше идет. Ага. Хорошо. Ну, давайте тогда ваши контактные данные, они у меня есть? Ага. Да? Все. И вот, например, еще из такого, например, есть этот произведение Баста, Медлячок, может быть, знаете? Сейчас. Композиция почему? Подскажите мне. Был такой странный изначальный выбор композиции. Ну, ладно, я... Поясните, пожалуйста. Поэтому, извините, пожалуйста, надеюсь, я не сильно потратил ваше время. Но, надеюсь, поднял настроение хотя бы. Нет, Даниил, вы знаете, просто вы меня поставили в какой-то момент в очень неловкое положение после первых композиций, которые вы проиграли. Я, честно говоря, даже потеряла дар речи, потому что не знала, как
подобрать слова и что вам мягко ответить, но... Ага. То есть это было совсем ужасно, да? Ну, вы знаете, как бы... Честно... Ну-ка, не скажу я вам как, но, в общем, ага. Я бы не позволила вам. Я забыл уточнить, я в музыкальную школу, в принципе, устраиваться не планирую. Это просто розыгрыш. Вы не планируете на пути? Нет, это просто розыгрыш на YouTube. Ах вы. Я начала уже думать в этом направлении, что, может быть, такая молодая кровь, она бы нам... Привет. Здравствуйте. Да, ты сказал, у тебя уровень начальный, хочешь научиться на гитаре играть. Да. Помните этого преподавателя, да? Тот самый легендарный фингерчпокинг. И после той встречи мы с ним довольно-таки хорошо начали общаться. И вот недавно я пригласил его гостем-преподавателем в свою гитарную академию. Многие думают, что играть на гитаре — это тяжело. Или, например, что начинать уже поздно, там, в 20 лет, наверное, уже поздно начать. Но когда я учился в музыкальной школе, у меня среди учеников моего преподавателя, человек, с которым мы часто виделись, пересекались в коридоре, было 63 года этому человеку, и он за 3 года научился очень-таки здоровски играть с самого нуля. В общем, начинать никогда не поздно. Играть на гитаре — это нереальный кайф, и я советую всем начать это делать. Как вы знаете, я создаю самое большое гитарное сообщество в мире, где люди будут обмениваться опытом, развиваться вместе, встречаться и, в общем, в целом двигаться по этому гитарному пути. И несколько месяцев назад я выпустил первый курс по игре на гитаре для новичков. Постановка правой руки и ее аппликатура. Правая рука гитариста — это основа техники, поэтому постановка правой руки и отработка звукоизвлечения должно быть задачей номер один на начальном этапе. И нереально кайфую с того, как все получилось. Очень крутые отзывы от учеников первого курса. И в целом все очень всем понравилось. Первый курс вышел очень крутым. А прямо сегодня я открываю набор на второй курс, в котором будет 3 больших раздела. Уверенная игра, аккорды и фингерстайл. На первом курсе мы освоили азы, а на втором курсе научимся по-настоящему вжаривать. Перейдите на сайт по ссылке в описании и изучите программу. Там больше 50 видео. Мы с вами разучим более 15 произведений, кучу упражнений, кучу полезного материала и информации. У вас будет возможность взять куратора, чтобы он следил за вашим прогрессом и корректировал ваш путь. Также на курсе будут бонусные уроки от приглашенных гостей. Это, во-первых, Алексей Войда, тот самый преподаватель фингерчпокинга, о котором я вам рассказывал. Это Владимир Байков, это мой преподаватель. Это Никита Неделько с гитарного батла, с виртуоза гитары. Там, ну, вы смотрели, думаю, помните его. Это Роман Конограй, Ярик Бро, Тима Мацони и Валя Фокин. Поэтому присоединяйтесь к нашему сообществу, учитесь играть на гитаре. В связи с нынешней ситуацией мы максимально снизили цену, насколько могли. Это 6000 самостоятельный тариф и 8000 тариф с куратором. Это как 2 занятия там с учителем по гитаре, а вместо этих 2 занятий вы получаете 50 классных видеоуроков, проработанных мной, которые я полгода уже делаю. В общем, очень рекомендую, советую. Есть любые виды оплаты, можно откуда угодно оплатить, там рассрочка без процентов, там на подключали всего. Вот, это будет очень классная поддержка от вас, и не просто так, а взамен на очень классный проработанный материал, который подарит вам много положительных, крутых эмоций. Все, присоединяйтесь, ссылочка в описании. Очень вас жду. Будем вместе учиться играть на гитаре. Погнали дальше. 4-е место. Нашли музыканты в переходе, тут потеплее. Короче, будет круто. Тима, встань куда-нибудь за колонну так, чтобы тебя было, не было видно. Вот, короче, постарайтесь, чтобы вас не заметили. Погнали. Да, а я буду снимать как сюда. Слушай, можно на секунду потревожу? Я, в общем, гитарист, очень долго занимаюсь, и вот хочу... Вот мой братан очень круто играет. В переходе акустика классная, можно если для инсту видос запишу? Он профи. Прикольно. Вот 200 рублей, вот. А я что-то такое видел в Инстаграме. Вы подходите к людям, вы расходите, вы начинаете сначала плохо играть, а потом хорошо. Ладно. В общем, ну ладно, пойдем, я оставлю, классно играешь. А вы же в Инстаграм снимаете? Ну, снимаем, да. Давай меня пропиарим, мой Инстаграм. Давай ты хорошо сыграешь сразу, а я хорошо спою сразу. Ну, давай. Давай. Ну, давай сейчас для Инстаграмчика запишем, ну, да, тогда. Какую, знаешь? Вахтером? Я только если... хотел вахтером предложить, прикинь. Так, для инсты вот. Нужно красиво. Да нормально, нормально. Сейчас нормально свет?
Свет, хорошо? Все хорошо, Свет. Прикольно. Круто! Ладно, все, если что, мы зальем в инсту, на всякий случай подсними, если что, мы сделаем. Да, мы уже... Ну, если что, мы... Ну, что за... А можно подсажить вторую песню? Ну, просто мы торопим... Да блин, пойдем. Да парни, мы остались. А у нас просто реакция еще... Одну песню и все. Ладно, давай. Знаешь, может быть, гречка, «Люби меня, люби». Аккорды такие там... Слушай, ну это было круто! Это был правда. А, негодяй, блин. Блин, я так охренел, начинает орать, и все так круто. Слушай, ну круто, давай мы тебя вернем, слушай. Класс. Охереть, ну как тебе на те же графы выступать? Можно. Слушай, блин. Я честно говоря, охерел, дай пять. Просто красавчик. Я... Короче, расскажи теперь твои эмоции. Я теперь понял, что чувствуют люди, которых я разыгрываю. В Инстаграм выложите? Да, обязательно. Да, можно даже в ролик. Да, знаешь, это даже в ролик пойдет, не знаю. Ладно, спасибо тебе. Мы посмотрим там на монтаже. Красавчик. Третье место. Скажи немножко о себе. Меня зовут Паша. Я живу в Санкт-Петербурге. И хочу играть на гитаре. А, так, скажи, пожалуйста, у тебя же уже есть инструмент, верно? Да, есть, конечно. Хочу играть... Ты умеешь настраивать гитару? Давайте расскажи. Научился. Ну, я играл на гитаре. Ага. Вот. И... Гитара есть у меня. Сейчас покажу. Давай, давай, я жду. Я играл, отлично. Но я вот... Без преподавателя занимался, я не знаю, насколько хорошо. Ага, хорошо. Так, а расскажи, пожалуйста, как ты учился? По видео в интернете. По видео в интернете. Отлично. Расскажешь, что ты научился делать? Зажимать лады и играть правой рукой. Анекдот еще прочитал про гитару. Отлично. Могу рассказать? Ну, давай анекдот и приступим, давай. Приходит мужчина в цирк, подходит к директору и говорит: у меня есть хороший номер, там медведь поет, а крокодил играет на гитаре. Его спрашивают: а как вам удалось их надрессировать? И он говорит: конечно, это обман, медведь просто рот открывает. Крокодил поет. Замечательный анекдот. Отлично. Ну, давай тогда приступим к занятию. Давай для начала разомнем руки, пальцы, разогреем, так сказать, чтобы нам было удобнее играть. Готов? Да. Отлично. Смотри, простое упражнение.
давай поближе покажу. На каждом ладу зажимать и бегать как паучок. Упражнение называется паучок. То есть зажимаешь пальчиками, играешь быстренько и немножко разминаешь свои ручки. Понял? Да. Давай попробуем. Е-эм. Я вообще хочу научиться играть. Третья струна на втором. Хочу научиться играть на гитаре так, чтобы девочкам нравилось. Правильно. Девочкам будет нравиться. Молодец. Так, ну давай попробуем. Будем играть три аккорда. АМ, С и ЕМ. Итак, АМ аккорд на четвертой струне. Отлично. Значит, попробуем сыграть, чтобы проверить звук. Так, хорошо, отлично. Давай следующий аккорд, за ним С. С, С, я знаю, да. Немножко аккорды тоже разберу. Ага. Давай. Отлично, замечательно. Давай теперь попробуем с боем это поиграть. Самый простой бой. Ну, достаточно простой бой. Получается вниз, зажали, вверх, вверх, зажали. Ты прям молодец, прям у тебя замечательно получается, я в восторге. Ну, так, хорошо, давай попробуем. Да, у меня еще одно прям произведение, произведение есть другое, вот как раз с аккордом, который мы отрабатывали. Я его почему хорошо знаю, я песню на нем знаю. Ну да, давай, давай, я посмотрю. Да уж, да. Ты меня очень удивил. Вот. Я прям... Ну ладно. Так вот, что делать будем? Упражнение «Паучок»? Знаешь, я думаю, можно уже не «Паучок». Я готов. Так, можешь... Ты готов. Я даже не знаю, чему тебя теперь учить. Шутите. Я вот только занимаюсь-то недавно. Ладно. Ну, очень продуктивно, видимо. Еще раз отвлеку, просто хочу сказать, что среди участников второго курса мы с вами разыграем 3 гитары Baton Rouge, 3 места на третий курс межпланетарно-космический вообще, и 3 личных урока от меня. В скайпе созвонимся, много чего расскажу, пообщаемся. Вот, а также мы будем очень часто проводить эти розыгрыши, и чем дольше, и чем раньше вы присоединились ко второму курсу, тем в больших количествах розыгрышей вы будете участвовать. А вообще, хочу сказать, что нереально горжусь тем, как выстраивается вся эта гитарная академия. Первый и второй курс получились просто нереально крутыми. Во втором курсе более 50 проработанных видео. Вот, каждый из них там монтировалось по 6-8 часов. Я арендовал оборудование стоимостью там больше 1 000 000 рублей, чтобы все это записать. 9 дней с утра до ночи я их записывал. 3 месяца до этого я готовил к ним сценарий, прописывал каждый урок детально, прописывал табы к нему, к ним. Вот, весь материал все готовил. Я, короче, купил курсы у всех конкурентов, посмотрел у них, взял самое лучшее, что у них есть. Ну, по информации. Вот, добавил много своего, посоветовался с крутыми разными преподавателями, все это склеил, и получилось то, что вы увидите. Конечно, мы сделали курс нереально дешевым, и многие мне пишут, почему так дешево, но, как вы знаете, моя цель — это сделать самое большое гитарное сообщество, вот. Поэтому присоединяйтесь, очень вас жду на втором курсе. Спасибо, погнали дальше. Второе место. Ты меня люби. Итак, очередные гитаристы. Сердце ошибки.
я для брата сыграю песню. Ну, просто день рождения. 500 рублей, ладно? Супер! Сейчас мы для брата сыграем. Днем рождения. Пустынной улицы вольется бой куда-то. Мы идем и взяты. Я сейчас скажу, буду, а ты конфетки. Нет, ну я стараюсь, ладно, вы все. Ладно, что-то это... Сейчас другую, ладно? Дайте мне белые крылья, я утопаю в луне. Через тернии провода в небо только не хочется. Точкой маленькой обернусь и на той крохотным доме. Спасибо. Круто! Знаешь, я так соскучился! И вы этого долго ждали. Первое место. Когда до этого не играл на гитаре, правильно? Ну, в лагере играл, этим летом играл. Ты когда-нибудь на музыкальных инструментах вообще играл, кроме гитары? Ну, на чем ты умеешь? У меня дома лежит этот треугольник. Это здорово. Гитара почти то же самое, поэтому волноваться не надо, у тебя точно есть опыт. А почему вообще захотел играть на гитаре? Одноклассники со мной не очень общаются. Ага. Обычно плохо думают о нас те, кто хуже нас. А те, кто лучше нас, им просто не до нас. Глубоко. Понял тебя. А знаешь, да, что такое минор, мажор? Нет. Так. Минор, хорошо. Знаю минор. Так, что такое минор? Песня у Мияги. О, играть умеешь? Нет, но слушать умею ее. Отлично, нравится тебе? Красивая. Тогда ее разучим в следующий раз. Положи руки на центр, на отверстие, да? И вторую руку, вот это называется дека, и положи ее просто куда-нибудь. Да, ну, в принципе, вот так. И теперь просто можешь делать, издай любой звук. А? Ну, то есть вот так. Нет, ну по струнам можешь просто так сделать. Ага, отлично. А вот как вот эта вот палочка называется? Это называется дека. Она деревянная. Дека. А вот эта штука тогда как? Это называется... Гитара... Это называется... Гриф? Нет? Нет, гриф это гриф. Но это не важно, это же не так интересно, правильно? Да, это скучно. Давайте лучше играть. Согласен. Давайте я покажу, как можно сыграть один и тот же аккорд в разных местах на гитаре. Зачем? Чтобы по-разному звучала у нас музыка. И, кстати говоря, когда мы будем потом с тобой учить песни, мы же будем с тобой учить песни? Да. Супер. Я просто не хочу аккордами, я хочу там мультики играть. Мультики. Но чтобы играть на гитаре, нужно обязательно знать аккорды, потому что нам очень часто они будут нужны. Поставь свой первый палец. Большим пальцем можешь, или всей рукой. Удари по струнам. Нормально? Это было неплохо. Как тебе? Самому понравилось? Круто. Здорово. Потом мы... научимся играть всякие штуки.
до, ми, фа, соль, ля. Ля, си, до. Супер. И, как я тебе уже говорил, есть минор, а есть мажор. И у до мажора... И получается... Грустное звучание, правильно? Просто я не могу, ну, мне не хочется там разбираться там в этих всяких до миллимёр, миллипетёр. Ага, понял. Тогда давай с тобой поучим аккорды, окей? Я могу показать, чему я там летом учился. О, да, давай, с удовольствием. Ты сказал, что ты играл в лагере. Да, ну вы просто не спрашивали, я и не играл. Ага, точно. Я просто подумал, что ты, ну, наверное, просто там что-то с ребятами сидел. И там преподаватель был, и ну, и он с нами всеми занимался. А, ничего себе, то есть в группе занимались. Ну, ладно, интересно. Да, он мне там показал упражнение «Паучок». О, замечательное упражнение, я с тобой хотел его разбирать, но попозже. Ага, и вот «Испанский бой» мне показал. «Испанский бой», который... То есть ты его умеешь играть? Ну, сейчас покажу. Покажи, как умеешь, интересно. Вот этому штуку разбирали. Здорово. Ты это в лагере учил? Ну, да, вот у нас там... Где-то 7 занятий было, потому что первые 4 дня я вот на 4-й день как раз выбрал кружок гитары. Сколько тебе лет? Ну, 12. И ты до этого никогда не занимался? Ну, музыкой, ну, я треугольник. Ну, я имею в виду гитару. Нет, ну, нет. Понял. Спасибо за просмотр, обязательно выбери реакцию, которая тебе понравилась больше всего. Вот, некоторые из этих реакций были с Ромой Конограем, и прикиньте, мы с ним год назад записали первую часть, притворяясь новичком с уличными музыкантами. Уже год прошел, как быстро летит время. Да, не забывайте про лайк, не забывайте про подписку на канал, не забывайте про подписку на мой телеграм-канал, чтобы не потерять связь. И вот, комментарии, там все такое, вы все знаете. В общем, давайте, я готовлю для вас очень классное видео, если не заблокирует YouTube.